Вас понял, шеф. Окей, новичок, давай добудем это признание. Вас понял, шеф. Окей, подонок. Когда мне будет 12, я бросал свою собаку. Извините. Прямо на... Ой, блин, сорян. Нет, я забыл текст. Окей, не тебе нужно признаваться. А ему? А, бля. Сейчас. И... Окей, не тебе нужно признаваться, а ему? Погоди. Окей, не тебе нужно признаваться, а ему? Он обоссал мою собаку. Нет. Просто делай, как я. Я это вырежу. Окей, Найтмер. Мы можем сделать это по-хорошему. Что? Ты что ты? Делаешь? Стой! Там, стой! 3, 2, 1, выходим. Переснимался в тентакле. Блять, я забыл! Черт, мы почти взяли его. Окей, новый план. Я буду хорошим копом, а ты плохим. Класс. 15-й арест. С-26. Блять, как вы говорите? О, боже, как... Максим, тихо. Как вы говорите, ребят, я забыл. Просто скажите, потом что говорите. Что именно? Цифры. Я забыл по-русски. 4-й арест или 15-й арест? 15-й арест и потом... 526 вечера. 526 вечера. 14 свидетелей из записи камеры видео наблюдения. Достаточно улик, чтобы клонировать себя и кинуть обоих в тюрьму на очень долгое время. Признайся, Найтмер, и может мы договоримся. И забыл твою мать сказать. Я мармелад! Давай по новой. Я мармеладка! Во все тяжкие хороший шоу. Ты видел мои мармеладки? Высовывайся, давай!